Потом я переехала в Соединенные Штаты учиться. И уже я здесь учусь. Я уже закончила университет, но я уже здесь живу. Это мой пятый год. 4 года с половиной я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County. И здесь очень красиво. Я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить 2 слова на английском, 3 слова на русском, 1 слово на румынском. Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском,